Всем привет! Это видео пишу специально для тех, кто посмотрел мое видео о том, как подровнять кончики на довольно длинные волосы. Оно было длинное видео, оно было немножко затянутое видео, поэтому очень много людей возмущалось, что этого так долго. Нельзя ли быстрее показать? Ну, можно, вот смотрите, сейчас будет быстрее. В данном случае я не волнуюсь по поводу ровности стрижки, потому что это будет постепенно. И вот волосы я обычно сейчас в последнее время ровно не укладываю. Я делаю вот такие, заплетаю просто на ночь косички. И потом у меня получается вот такая шевелюра непонятная. Нет. Поэтому сейчас нас не особо волнует, насколько у нас это ровно будет. Если что, потом я как бы знаю, как подровнять. И для тех, кому интересно ровно, смотрите как раз то длинное мое видео, которое очень затянуто, но зато там очень подробно я рассказываю, что и как сделать, чтобы сделать ровно и подровнять все погрешности, если вдруг что-то не так. Короче, что мы делаем здесь? Здесь мы делаем очень просто. Просто берем и вот здесь поверх руки и срезаем вот эти вот волосы. Ну, я сначала посмотрела, более-менее ровно сделала. А теперь я могу наклонить, потому что я не меняю положение своей руки. Ну, и просто я срезаю, чтобы видно было. Просто срезаю. Оно не будет сильно ровно, потому что вот у нас вот петухи местами. Конечно, лучше, если вы ровно зачешете, то будет ровнее. Но смотрите. Все, лишние концы мы срезали, волосы освежили. Теперь голове стало легче. Результат достигнут. Вот она, быстрая постепенка. Больше ничего для этого не нужно. Особенно подойдет такой способ для тех, у кого вьются волосы. И вам, ну, как бы не столь важно, насколько оно ровно, потому что волосы все равно вьются и во все стороны торчат. Вот примерно так вот оно происходит. Можно, конечно, взять потом, зачесать вот так вот и подровнять еще вот здесь вот кончики чуть-чуть. Потому что эти нижние, они обычно, ну, не попадают туда. Или попадают, но могут быть неровные. То есть, чтобы было ровно, можно зачесать, разделить на равные проборы и вот здесь вот посмотреть, насколько они вот здесь ровные. И подровнять. Я сейчас не буду это делать, меня все устраивает. Что, всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И пока-пока! До новых встреч!